Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам террариум для Майнкрафта PlayStation. Пусть у данных этого мода в вашем Майнкрафте появляются вещи с ценами этой игры террария. Но те, кто играли в эту игру, поймут, о чем сейчас идет речь. Ну что ж, во-первых, у нас появляются вот такие блоки, в которых выпадают новые руды. Ну, как видите, их очень много, но не так уж и много, но все равно их много, друзья. Для нашего Майнкрафта это много. Ну, есть вот такой даже, можно сказать, пепел, который выглядит примерно вот так, очень много пикселей, но наши руды находятся вот в этом разделе. Смотрите, как их много, но почему-то ихняя текстура очень пиксельная. Друзья, очень-очень пиксельная и маленько смазанная, но мы будем надеяться, что в скором времени все исправит. Ну, вы когда добудете вот эту руду, вы должны превратить это в слиток, а после чего вы сможете слиткой сделать вот такие ништяки, друзья. Очень классные топоры, и там очень классная, просто очень классная броня. Ну, как видите, топоры очень классные, и также их можно использовать в качестве оружия. Ну, давайте сейчас наберем маленько наших мечей, друзья. Вот так, кирочку. Ну, и что же мы можем здесь взять? Давайте возьмем амулет. Так, и давайте, наверное, мы возьмем красную броню, которую мы сейчас прям же сразу оденем. Так, ну, как видите, брони здесь достаточно, три вида брони, и для Майнкрафта это, опять же, тоже много, друзья. Так, и вот так, все. Ну, вот, такие мечи у нас есть сейчас в инвентаре, но, к сожалению, вот с этой чешуйчатой броней мы ничего делать не можем. Ну, и с амулетом мы тоже делать ничего не можем. Давайте испробуем наши мечи на жителей, друзья. Так, первый меч, как видите, очень большой урон. Вот этот меч тоже огроменный урон. С первого раза мы убиваем сразу жителя. Но у кирки, к сожалению, урона нет, друзья. Но, к примеру, вот этим мечом, звездным мечом мы убиваем с первого раза. Но если это было в террарии, то из этого меча шли бы звездочки. Да, в террарии это так. Если честно, террарию я, наверное, играл около года, друзья. Да, делать было нечего, ну и дело было вечером. Ну, если сломать эти руды, с них выпадают вот такие маленькие руды, о которых я говорил несколько секунд назад, друзья. Вот такие руды выпадают с этих руд. Да, как-то странно звучит, но все же это так. Ну и что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.